они в дымите. Хорошо. Я координатор по роботі з випускниками Києво-Могилянської академії. Ми, звичайно, дуже раді вас вітати в цій залі культурно-мистецького центру «Могилянки». Сьогодні, звісно, ми нашу зустрічу
проведем на русском языке, потому что нам бы очень хотелось, чтобы нас услышали не только восточные регионы Украины, не только Крым, но и Россия, и все русскоязычное население мира. И нам очень приятно, что сегодня благодаря Киево-Могилянской бизнес-школе мы получили онлайн-трансляцию нашей встречи. И на порталах Innovations, платформа и Hubs, все, кто не смог присоединиться к нам сегодня в зале, смогут посмотреть встречу, а потом видеозапись ее. Что же, формат простой. Встреча инициирована выпускниками Могилянки. И мы им за это очень благодарны, Наталье Попович, и благодарны Владимиру Федорину за то, что они поспособствовали организации этой встречи. Формат обычный. Наш гость выступит со своим словом, возможно, даже будет презентация мультимедийная. И потом вы сможете в свободном режиме задать свои вопросы. Я благодарна всем, кто во время регистрации задал свои вопросы. Мы их уже передали господину Бендукидзе. В общем, в свободном традиционном режиме для Могилянки мы до 6 часов с вами имеем время для общения. Алло. Представляю вам нашего гостя, одного из авторов и стратегов экономических реформ в Грузии, министра по координации экономических реформ Грузии в 2004-2008 годах, бизнесмена, мецената господина Каха Бендукидзе. Они молчат. Нет, я так. Нет, лучше я встану. Грузины же макают пашу, да я. Встану, сяду. Я посмотрел вопросы, которые некоторые из вас, я думаю, уже полчеловек, 10 примерно, судя по стилистике, из них один допускает одну и ту же грамматическую ошибку. Там, в разных вопросах там присутствует одна и та же грамматическая ошибка. Поэтому я решил, что у нас не очень много было, которые писали. Вот. На самом деле вопросы касались истории реформ Грузии и что мы делали правильно и неправильно. Вопрос интересный, но я бы хотел рассказать, то есть, но мне кажется, что, то есть, понимаете, там примерно то, что даже я могу прийти и рассказать про, там, или кто-то другой, там, рассказать про свое путешествие каким-нибудь там в Тихоокеанском островах или там подъем на воздушном шаре. В общем, занятно, но мне кажется, что в контексте того, что мы сегодня в Киеве, что произошло в Украине и какие есть проблемы в Украине, мне кажется, что вам не до Грузии должно быть, честно скажу. Я в Украине бываю год два раза примерно, вот, но в принципе никогда особо не радовался, что происходило здесь в политике и в экономике. Иногда были какие-то надежды, которые потом быстро исчезали. Вот. И сейчас вот я 3 дня, проведя здесь, имея встречи, наверное, я встретился уже с несколькими сотнями человек, и один на один, и небольшими группами, и большими группами, и размышляя о том, что происходит. Я думаю, что вы сейчас переживаете один из труднейших моментов в истории Украины. Ну, наверное, такие моменты были в 18 году и в 18 веке. Ну, может быть, были какие-то в 19 веке такие трагические моменты истории. Находясь внутри истории, мы не замечаем этого трагизма, может быть. В этом случае мне легче с вами говорить о трагизме, потому что я как бы пришел со стороны и смотрю со стороны. А внутри вот я поднимался по лестнице, значит, и там проходили какие-то девушки, там улыбались, смеялись, хохотали. И у них представление о будущем очень, я думаю, что радужное. Они там
ожидают прихода более полной весны, потом лето, там каникулы, потом осень, значит Новый год учебы, потом они закончат. И мы, конечно, так проецируем свои ожидания на свою повседневную жизнь, что нам кажется, что вот она будет линейно нарастающая, хорошая, интересная. Но я реально хочу сказать, что я жил, по крайней мере, в двух странах, родился, вырос в Грузии, на пятом курсе университета, тогда было пятилетнее образование, уехал в Москву делать дипломную работу, потом остался в аспирантуре, потом работал в России, сначала наукой занимался, потом бизнесом. После 28 лет за пределами Родины вернулся на Родину в 2004 году. То есть я как минимум жил в двух странах, работал в большем количестве стран, консультировал за последние годы правительство нескольких стран. Ну, я хочу сказать, что такой плохой ситуации, как в Украине, я не видел нигде. И плоха она не тем, что много надо сделать. Потому что, допустим, в Тунисе после революции, там ситуация была очень плохой, но там было понятно, что нужно делать точно. И что, делая это, вы будете делать только лучше и лучше и лучше. У вас ситуация такая, что я понимаю, что нужно делать отдельно экономике, ну, в узком смысле в экономике, отдельно политике, но вот вместе что нужно делать, это друг с другом не совпадает, то есть несовместимо. И поэтому я думаю, что без всякого привлечения я скажу, что, значит, это такой экзистенциальный вопрос. Будет ли Украина и какой она будет? Вот, и я предлагаю нам с вами на эту тему, хотя я могу рассказать, я анекдоты рассказывать со своим, ну, там, молодежным. Да, там. А, да. Я подготовил презентацию, сейчас мы попробуем овладеть техникой и прям пока мы ищем презентацию, я хотела бы озвучить, нет, я что... Уже? Хорошо. Что у нас сегодня в зале представители 14 университетов Украины. 14 университетов. Я тоже представляю Свободный университет в Тбилиси. Так что будем считать, что 15. Спасибо. Вот. Ну как-то немножко. Ну то есть я могу я уже показывал несколько раз, правда немножко изменил вчера ночью, и я ее сделал так, то есть я очень люблю Киев и Украину. Почему я люблю Киев? Потому что мой дядя работал в Киеве много лет на Киевском государственном авиационном заводе на Кигазе. Когда мне было 5 лет, моя бабушка взяла меня, она ехала к сыну, и взяла меня с собой. Мне было 5 лет, это было давно. И это был первый город после Тбилиси, который я увидел. При этом Тбилиси я что там?
дом, детский сад, а тут меня возили проспектом, о котором в Тбилиси меня никто не водил, и там я ел киевские котлеты, которые полюбил с тех пор. И, ну, очень, поэтому мне как-то такое детское впечатление, которое уже никогда, ну, пока глубокий маразм не застигнет, так сказать. Да. Вот, я быстро покажу презентацию, там, я думаю, что лучше, какие-то вещи даже пропущу. Значит, я долго думал, как ее назвать, и потом я решил, что вот это из 16 стих 20 главы Евангелия от Матфея. Последние станут первыми, и первые станут последними, потому что это, мне кажется, про Украину очень хорошо подходит. Пожалуйста, первый слайд. Украина была в Советском Союзе по богатству. Богатство, я имею в виду в данном случае ВВП, валовый внутренний продукт на душу населения, она была пятой страной. Она была чуть-чуть позади балтийских стран и России. Это вот красная. Потом другие страны росли быстрее, Украина стала расслабленной. Следующий слайд. Вот так, если располагаться по рангу. Пятое, седьмое, девятое место. Вы сейчас занимаете девятое место, и есть страны, которые еще хуже, но надо сказать, что Украина была из той половины стран бывшей СССР, где не было этнических конфликтов пока, гражданской войны, вооруженных столкновений. И поэтому винить некого, кроме себя. И я думаю, что, значит, если я не прав, вы можете бросать тухлые яйца, а если прав, то обмажьте их ими себя, значит, или своих правителей. Следующий слайд. Вот это как в среднем росли экономики разных бывших советских республик. Красное – это кто? Да, Оль. Она росла медленнее всех, понимаете? Молдова ее обогнала по скорости роста, Киргизстан ее обогнал по скорости роста. И, ну, то, что Туркмения и Азербайджан, и Россия будем списывать на нефть, да? И Казахстан спишем на нефть, но Армению и Грузию не спишем на нефть, да, никак. Литву, Эстонию, Латвию тоже не спишем на нефть. Пожалуйста. Польша. Так, ну, там климат, народ, там, религия, все. Ну, вот Польша. Значит, Польша была по уровню доходов такой же страной 20 лет назад, ну, 20, по-моему, 22 года, ну, неважно. Значит, как Украина. Сегодня она богаче в 3 раза. Многие из вас, наверное, были в Польше, знаете, что, ну, в общем, это реально так. И это настолько реально так, что следующий слайд, он вообще, как бы сказать, что не нужны экономисты, потому что на следующем слайде вы увидите, как выглядит эта часть суши с космоса ночью. Слева фотография, значит, 92 года, справа фотография 2002 года. Более новые, ну, есть более новые фотографии, можно найти, то есть просто пары не было. Там есть сайт NASA и National, как-то вот, климатическое, ну, агентство американское. И они, вот, у них есть эти сайты, как выглядят ночью разные страны. Ну, вообще, земля. И увидите, что вот там, где было, то есть вокруг Киева, условно говоря, было много света, да, и гораздо меньше, ну, чуть меньше было Польши, вокруг Варшавы. Сейчас вокруг Варшавы такой вот бурлящая жизнь, а вокруг Киева гораздо меньше. А есть радикальный вариант этого, это вы можете вот найти этот сайт и посмотреть на фотографии. И даже если просто можете прогуглить Северной и Южной Кореи, там на Северной Корее вообще темно, а в Южной Корее там вот как Польша сейчас, даже больше. Вас обогнала даже Болгария, следующий слайд, и Румыния, которые считаются такими самыми бедными странами Евросоюза, такими неудачниками там, которым не удалось вырваться из плена, так сказать, плохой институциональной среды. Вот. И упущено много времени, да,
спущено 20 лет фактически. Вы за эти 20 лет вернулись к исходной точке. Вы вернулись к тому же ВВП, которое у вас было в 90-м году. И здесь просто показано, как вы росли бы, если бы росли бы как Польша. Если бы росли бы как Польша, вы были бы сейчас богатой страной, там по уровню лучше, чем Болгария. Если вы росли бы 8% годовых, что, в общем-то, ничего фантастического нету, то вы были бы как Словакия. Ну, вы как Украина. Пожалуйста, следующий. Вот это очень важный слайд, мы к нему можем вернуться. Это, мне кажется, это скорее для любителей политических наук, ну, экономика тоже одна из таких наук, социальных наук. Вот это тот капкан, который попал в Украину, и я не очень понимаю, как из него выбраться. Вот это, собственно, это меня и беспокоит. И я нервничаю, потому что непонятно совершенно. У вас, вы все время, у вас популисты пользуются популярностью. Извините за тавтологию. Вы таким образом выбираете не лучших правителей, а которые больше обещают. Те, которые больше обещают, они потом выполняют свои обещания как? Они повышают налоги, потому что надо обещать же там пенсии повысить, они повышают уровень бюрократии, потому что надо, они обещали какие-то вещи, там это требует бюрократии, плюс они хотят как бы своих сторонников как-то, так сказать, поддержать. Они увеличивают энергосубсидии, они проводят безумную, на мой взгляд, социальную политику, тоже пенсионную. Все это, как я назвал, это weapon of world destruction, да? Это не мне принадлежащие слова, но в данном случае, мне кажется, они пусты. То есть это оружие уничтожения богатства, да? То есть народ это не кто-то, народ это вы. Он относительно нищает, то есть он не богатеет и выбирает еще больших популистов, которые еще больше обещают всего хорошего, которые еще больше разрушают богатство. И вот как вам выбрать непопулистов, я не понимаю. И это такая ловушка институциональная, которая... Ее могут разрешить только... Есть две силы, которые могут разорвать замкнутый круг. Одна хорошая, одна плохая. Одна сила – это украинский народ, а другая сила – это Владимир Владимирович. Значит, либо вы сами разорвете замкнутый круг и спасете страну, либо этот замкнутый круг разорвется путем исчезновения страны. Ну, в общем, вам решать. Вас тут немало. И вы, я думаю, лучшая часть, не потому, что вы сюда пришли меня послушать, а потому, что, как старикам, как известно, пора крематории, а молодым у нас дорога. Вот. Значит, смотрите, ну как может страна развиваться, если все страны, в том числе страны, которые богаче, имеют, меньше тратят бюджетных средств, меньше, у них влияет пресс государства на бизнес, только налоговый, гораздо меньше. Украина опять в каком месте? На последнем. 48%. 48% может себе позволить страна, которая готова расти каждый год 2%, потому что она находится среди развитых стран, и развитые страны все, кроме Сингапура, растут медленно. И Гонконга. Да? У вас госдолг увеличился за 5 лет с 12 до 45%. У вас бюджетный дефицит 9% в прошлом году был. И то мне говорят, что это неправильные цифры, это фальсифицировано, на самом деле больше гораздо. Это цифры МВФ. А есть еще, говорят, нет, ну вы же понимаете, что там еще вот там. Вот. Как? Следующее. Ну это сколько вы тратите? 5% ВВП вы тратите в виде прямых субсидий на энергетику. 12% в виде непрямых и прямых сумма. Ну кто так может жить? Результат очень простой. И я говорю про это почему? Потому что сколько я себя помню там уже там взрослым, я слышу, ну вот после распада Советского Союза, я слышу словосочетание Украина, Газпром, прокачка, долг,
воришка, ну, в разных комбинациях, да, там. То есть, но в одной и той же коннотации. То есть Украина не заплатила Газпрому, Газпром перекрывает задвижку. Или Украина ворует газ, там Газпром перекрывает задвижку. Или там Меркель там волнуется, потому что Украина передвигает задвижку, чтобы украсть газ. Ну, не важно, то есть комбинации там разные, там глаголы разные, но имена существительные, и часть не меняются. Да? А почему так? Потому что живете, так сказать, как, извините, Иванушка дурачок, там, худшие годы своей жизни, а не лучшие. Вот смотрите, тут есть такой простой показатель, я его очень люблю. Сколько физических объемов энергии, то есть не в деньгах, не в рублях, а в джоулях. Знаем, что такое джоули? Ну, не уверен, но кто-то, ну, куда-то расскажите тем, кто не знает. Такой джоуль, вот там же сколько мегаджоулей энергии нужно потратить на производство $1 валового внутреннего продукта. При этом по паритету покупательной способности, то есть как бы это все в натуральных единицах. То есть колебания курса доллара, гривни, евро, они на это не влияют никак. Да? Это фактический объем потребляемой энергии, измеряемый так, как ее измеряют физики, на фактический объем произведенного состояние не в ценах, там, в гривнах, а в штуках кур, штанов, машин и так далее. Вот. Украина, ну, слава богу, на втором месте, на первом месте Туркменистан. Но у них свой газ, который они просто бесплатно распределяют. Там, да? Но Украина больше джоулей за доллар валового внутреннего продукта безумно много. И меньше нее потребляют и страны, которые беднее, и страны, которые богаче. Кто в левом краю? Польша. Ну, нельзя обвинить климат, что типа Польша жарко, у нас холодно, Польша холоднее, правильно? Ну, по крайней мере, так же. Значит, нельзя обвинить, что ну, у них, сам понимаете, они делают микрочипы, а мы тут трактора. Нет, Польша начинала с той же базы, и Польша в целом примерно такая же структура промышленности, да? Нельзя говорить, что она маленькая страна, мы большая страна. Нельзя говорить, что она большая страна, мы маленькая страна. Нельзя говорить, что у нее свой газ, нет у нее своего газа. У вас больше газа, чем у Польши угля. У вас больше газа, свало, чем у Польши угля. Понимаете? Ну вот, тем не менее, у них лучше, чем в европейских странах, чем вот следующее, это среднее европейское значение. Грузия потребляет гораздо меньше энергии на доллар ВВП, чем Украина. Почему? Вы что думаете, что госпрограмма сокращения там энергии? У вас есть государственное агентство по энергосбережению. У нас ее нету. Может, в этом дело? Вот с Германией сравним, даже не с Польшей. Польша там реально газ почти не потребляет. Значит, там труба, то есть только сейчас можно будет немножко носить. Вот Германия. Германия страна в 2 раза больше по населению, а потребляет 79 миллиардов кубометров. Но ВВП у нее 10 раз больше, чем у вас, в 10 раз больше. Она 2 раза... даже не 2 раза, на 70% большим количеством газа производит в 10 раз больше ВВП. Если даже риторику такую, знаете, там, гнилую социалистическую, ну, извините, если кто-то бился, вот, значит, гнилую социалистическую риторику, нет, ну, там народ, греет, дома, там, вы же понимаете, там, холодно, ну, в Германии тоже холодно, правда, но, типа, там, это не считается, вот, я вычел специально, посмотрел, Германия на households потребляет 24 миллиарда кубометров, Украина 16. Если оставшуюся там, посмотрим, то есть сколько потребляет промышленность плюс конверсия, то есть производство электроэнергии, получается, что еще хуже. Украина потребляет на доллар не домашнего газа, то есть производит на доллар не домашнего газа в 10 раз меньше ВВП, чем Германия. В 10 раз. Понимаете?
И если вы, вам кто-то рассказал, знаете, эти европейцы такие, они скупердяи, они задвижки перекрывают, там, нагревают комнату, потом включают, садятся, грелки там, одеяло там, утром встают, холодно. Не то, что у нас как хорошо, но это так потому, что поэтому там и живут хорошо, что они экономят. И поэтому вы и... И я об этом не говорил, вы понимаете, ну как, вот какая-то, вот я же в Туркмению не езжу, не говорю, туркмены должны сейчас газ беречь, потому что, ну, это там не проблема, да, этого газа там навалом. Они сейчас открыли еще одно месторождение, там вообще газа, там, если они будут даже столько жечь, еще хватит им на, хватит на 150 лет, только в том месторождении, Южно-Елотинском. Но я это говорю потому, что это... К вам пришел пушер, предложил дешевый наркотик, вы его купили, подсели, потом вы продаете все из дому, чтобы с ним рассчитаться, уже дом заложили, уже в одной квартире подселили кого-то, и скоро у вас дома вашего не будет. Только потому, что вы не можете отказаться от этого наркотика. А отказ от наркотика очень простой, высокая цена, да, и все хорошо будет. Там их особых, там науки особо не надо, там не нужно теплотехнику знать, там не нужно термодинамику знать, там не нужно Госкомитет по энергосбережению, там просто нужно платить свою цену. Как это делают другие страны? То есть страны, которые беднее вас. Допустим, Армения. Армения или Грузия. Ну, мы, может быть, не сильно, но примерно такого же уровня, ничего своего нет. Грузия – 10 раз меньше страна, 10 раз по экономике. ВВП примерно такое же, около 6 тысяч. Может быть, оно чуть ниже. А мы потребляем 1,8 миллиарда кубометров газа. Вы потребляете 53. Ну, вы на 10 умножать умеете, да, там получилось бы 18, но никак не 53. ВВП на ВВП. Да, там. И у вас вы добываете больше 20 миллиардов кубометров. За прокачку вы можете получать в виде денег или бартера там, ну, от 10 до 15 миллиардов кубометров. Все, достаточно только вот это сделать, и все, у вас не будет проблем. Вы слезете с иглы. А эта игла, извините, проблема же не в том, что, ну, вот игла, подумаешь, игла, там, что, я вылечусь, там, мама, не волнуйся, папа, там, я справлюсь. У вас... Вы телевизор смотрите ведь? Нет? Нет, совсем нет. Ну, хорошо, компьютер есть? Ну, вот, что вчера случилось в Донецке, видели? Ну, хорошо, ну вот. Ну, вот это же, это вот часть этого. Вот эти субсидии, можно назад? Еще. Вот там, где, вот, как, вот картина такая была. Еще. Вот. Вот это... Это. И то, что было вчера в Донецке, это одно и то же. Просто это с этой стороны экрана, а то с той стороны экрана. Это одно и то же. То следствие этого. Понимаете? И мне говорят, ну это же болезненная будет реформа. А, да? Конечно, болезненная. Это так, знаете, там, у вас гангрена. Он говорит, надо отрезать ногу. Он говорит, нет, ну что, ногу отрезать? Нет. Ну, я хочу иметь обе ноги. Он говорит, вам ногу надо отрезать, потому что у вас не то, что ноги не будет, ничего не будет вообще. Будем кремировать скоро. Он говорит, нет, я хочу с двумя ногами быть. Он говорит, ну, лечиться надо и отрезать. Он говорит, нет. Ну, поможет, по-вашему, такая политика? Нет. У вас этой ноги не будет и так... То есть, возможно, три варианта в том случае. У вас не будет ноги, потому что отрежут. У вас не будет ноги, потому что она отвалится, или вы помрете. У вас здесь те же три выбора. Либо вы откажетесь, либо вас заставят отказаться, либо вы перестанете существовать, и проблема исчезнет. Вы Евангелие читали? А Ветхий Завет? Ну там написано, что Украина должна существовать обязательно. Нет? Нет?
написано. Вот были такие хетты, их нету больше, и шумеров больше нету, урарту больше нету, много чего больше нету. И нигде не написано, что это должно быть всегда. И на вас, кстати, происходит первый крупный эксперимент по изменению послевоенного устройства, после Второй мировой войны, устройства мира. И он может кончиться для вас очень плохо. Поэтому мой призыв там, как это думается. И там были вопросы про здравоохранение, заодно отвечаю на этот вопрос. У вас все не реформировано. Я такой нереформированной страны, мы вообще не видел. Понимаете? Это цена, которую вы заплатили за милых, улыбающихся правителей, которые вам говорили только хорошее. Все будет хорошо. Ну что вы там? Борьба лучшего с хорошим, как сказал Иосиф Виссарионович, понимаете? Там, нет, мы еще лучше сделаем, мы еще больше. Вот результат. Вот количество коек на 1000 населения, такой показатель. Во всем мире технологии развиваются и уменьшается количество коек, потому что людям не надо оставаться в больнице очень долго. Пришел, сделали операцию, там через 2 дня выпустили. Новые технологии, потому что все очень дорого, день в больнице стоит дорого. Значит, это сколько коек на душу населения, да, и как они изменялись. Следующий слайд это как, то есть у вас очень много коек. А следующий слайд это как изменялось, как проходили реформы в разных странах, как разные страны сокращали количество коек. And Oscar goes to Ukraine. Потому что Украина, больше Украины было сделано в Белоруссии, в России, я уже не говорю про Новую Зеландию, Австралию и Грузию, которые на первых 3 местах. Да? А это же что значит? Это значит, что самообман. Вы думаете, что у вас есть медицина? Вы думаете, что у вас бесплатная даже медицина? Но у вас ее нету. Следующий. И вот, смотрите, есть люди, которые, ну, ходят, так я не в галстуках только, правда, они ходят разным странам и считают там, как в этих странах то или иное дело устроено. И вот они тут написали, что есть такой corruption perception index. Вы на 140, да, всего стран сколько в мире? 174. А? 174. Сколько? 174. Ну, не важно, то есть не больше 200. То есть членов ООН. И поэтому, то есть 144 место, это такое место, что там дискуссия, кто хуже, она не имеет смысла. Понимаете, то есть это как бы низенга где-то там не видно. 144 место Corruption Perception Index. Doing Business, это мировой банк делает. 112 место. Грузия на 8. Easiness of paying tax, 164. То есть я просто не знаю, там дальше там стена или еще кто-то есть. И даже если есть, то это там не знаю, кто это. Там, наверное, прямо убивают. Какой налоговый спец, прямо убивает. Press Freedom, Global Competition Index. Index of Economic Freedom, это который институт Фрейзера делает, 155 место. Ну, и, конечно, когда это, если вот все это посмотреть, потом неудивительно, что вы никак не росли. Да? Следующий. Вот, к примеру, я взял простые сравнения Украины и России, Украины и Грузии. Вот, к примеру, чтобы экспорт отправить товар. Грузии нужно 4 документа, у вас нужно 6 документов. Ну, у вас что, это 6 документов, то есть эти 2 документа делают, самостоятельно создают. Что эти 2 документа делают? Значит, время для того, чтобы оформить все документы, посчитанное по некой формуле, Грузия 9 дней, Украина 29 дней. Чтобы импортировать, вам нужно 2 раза больше документов, чем Грузия. Ну а что? Что эти 4 документа делают? Вот что они делают конкретно? Вы спросите своего министра финансов или кто этим занимается, вот что делают эти 4 документа? Вот, значит, то же самое, значит, вот последнее, зарегистрировать имущество. В Грузии 2 дня,
посчитаны Бетхумы. В Украине 45 дней. У вас лучше зарегистрировано имущество? Оно крепче? Что эти 43 дня делают? Вот я когда был министром, вот я вашим министрам тоже советую, и вы тоже им скажете. Значит, в 2004 году у меня был 21 департамент, 26 агентств и 2492 сотрудника во всей системе, то есть во всех этих агентствах, департаментах. Я в течение 3 месяца, потому что у меня вообще не было никакого опыта и отвлекался на многие вещи другие, значит, мы сделали 12 департаментов, 12 агентств, 600 сотрудников, и эти 12 агентств, потому что там нужно было реально только 2, а остальное результат компромисса. Ну ладно, так и быть, понимаете. Было нужно 2 агентства, то есть Госкомстат и Госстандарт, который впоследствии был разделен на аккредитация отдельно, метрология отдельно, стандартизация отдельно. Да? Остальные, то есть можно было еще радикальнее. Одних только площадей я высвободил 50 тысяч квадратных метров министерства. Просто потому, что оно не нужно. И другие то же самое. Вот в бывшем здании Министерства юстиции будет, там сейчас делается гостиница Four Seasons. В бывшем здании Минсельхоза, там Интерконтиненталь. Ну, все же в центре, на чиновниках же любят в центре кучковаться. Вот. В общем, примерно мы сократили 50% агентств, и это потому, что не были радикалами. Мы 15 раз повысили зарплату госчиновникам, но потому что был очень низкий уровень. И мы в один день уволили всех полицейских, которые были в Грузии. И через месяц набрали новых. В течение месяца не было ни одного полицейского в стране. И ничего, живы. Вот. Но чтобы, так сказать, сама презентация закончилась на мажорной ноте, и чтобы все же избежать попыток, так сказать, бросания, там, кидания тухлыми помидорами и яйцами, вот какая страна более экспортно ориентирована, Украина или Китай? Нет, Украина. Украина экспортирует большую долю по отношению к ВВП, чем Китай. Надо, то есть Китай, большая страна, она много экспортирует, в абсолютном выражении. Но удельно Украина экспортирует много. К тому же, можно спорить, как надо считать, на реально ВВП или на ВВП по покупательной способности. В обоих случаях она экспортирует больше. Если считать по номинальному ВВП, то она экспортирует значительно больше. Да? И почему это важно? Если вы перестанете убивать свой экспорт, в том числе лишними бумажками, если вы перестанете пугать своих бизнесменов чудовищными налогами, проверками, поборами и огромное количество бумаг, которые они должны были оформить, должны будут оформить, то Украина единственная страна Европы, которая имеет достаточно рабочих рук, квалифицированных рабочих рук, чтобы занять место Китая или потеснить Китай на европейском рынке. Потому что следующий слайд. Потому что Китай, то есть та часть китайской экономики, которая обслуживает экспорт в Европу, это примерно 20 с чем-то миллионов человек. 28 миллионов человек. 27 миллионов человек. Для того, чтобы у вас уровень зарплат примерно такой же, как в Китае. Квалификация не ниже, по крайней мере, в таких базовых вещах. Услуга, чтобы занять половину того рынка, который занимает Китай, вам достаточно на это дело, чтобы было ориентировано 13,5 миллионов работающих. У вас городская занятость 18 миллионов работающих. То есть это задача непростая, это требует многих инвестиций, это не за год случится, но это не так, у нас нет столько народу, вот все это не канает. Да, тут все очень конкретно. Поэтому это такая мажорная часть доклада, но в целом, конечно, вы в очень плохом положении. Почему? Потому что у вас эта плохая экономика усугубляется очень сложной политической, внутри и внешней политической ситуацией.
и ей-богу не знаю, что делать. Нету простых элегантных решений. И главное, что я пока не видел тут сплоченные управленческие или национальные элиты, которая готова эти проблемы решать, которая готова вытаскивать, как это в детском, там, в детской поэме, значит, эх, тяжелая эта работа из болота тащить бегемота. Вот это тащить бегемота из болота, я не видел вот этой элиты, я не видел людей в Раде, в правительстве, в большом количестве, есть там люди, конечно, в большом количестве я не видел, которые способны вытащить вас из этой тяжелейшей ситуации, когда вам угрожает агрессия, раскол и кризис одновременно. Это тройной кризис, который, конечно, если вы это переживете, тогда молодцы. Вот. И последнее. Это что нужно сделать? Это можно обсуждать. Ну, можно обсуждать все, что угодно, но в том числе вы должны в тюрьму, те, кто ворует, но при этом особо не заморачиваться на прошлое. На прошлое, да, там их тоже, там, особенно там, конечно, семьи прямо там, когда президент там, и так, такие лица, да, но в целом там сейчас разбираться, а вот в Житомире то здание там в 99-м году как получили, это вы тогда углубитесь в прошлое, вы же не историки, да, там, то есть вам нужно развиваться. И я вот привожу такой пример, знаете, кто такой Ян Кум? Ян Кум, а? Да, Ян Кум это человек, это ваш соотечественник бывший, который уехал в Америку и там придумал WhatsApp. И продал его 3 недели назад Фейсбуку за 19 миллиардов долларов, имея всего лишь 55 сотрудников. И вам надо не копаться там, правильно ли олигархи получили в свое время там или что-то. Вам надо сделать так, чтобы Ян Куб, не уезжая из Киева, здесь создал бы компанию, которую продал бы за 18 миллиардов. И он заработал денег больше, чем... То есть у него сейчас больше денег, чем у любого из ваших олигархов. Ему нет 40 лет. И вам нужно, чтобы это происходило у вас в стране. И надо безжалостно выкорчевывать все, что мешает Янам Кумам, а такие Ян Кумы могли бы сидеть в этом зале, я думаю, что сидят, что мешает им создавать такие компании. И другие компании. Вот. И для этого вот это рецепты для этого. Уничтожать бюрократию, уничтожать лишнее регулирование, уменьшать налоги, уничтожать, убивать, ликвидировать субсидии, заложить маастрихтские критерии дефицита и долга европейские в Конституцию, чтобы неповадно было правительству их менять в угоду своим популистским интересам. Ну, я думаю, что надо стабилизировать валюту через currency board, и надо, конечно, приватизировать как можно больше. Приватизация означает не только какие-то заводы, которые дым идет, но приватизация означает все. И университеты, и школы, и больницы. Чем больше частных школ, больниц, университетов, чем больше всего частного, чем больше частный сектор делает все, что только можно, и чем больше государство сосредотачивается на правосудии, охране общественного порядка и на защите Отечества, и тщательно все общество следит, как они это делают, тем лучше и тем богаче будет Украина. Спасибо. В Конституции записано бесплатное медицинское обслуживание, 49-я статья Конституции, ну, задекларировано, скажем так.
Понятно, что надо делать очень много реформ, и, может быть, здравоохранение – это не первая реформа, наверное, силовая первая, но вот эту статью, если бы вы убрали или оставили, если бы убрали, то в какую очередь? Да. Да, На самом деле, ведь отсутствие этой статьи не означает ни что здравоохранение будет платным, ни что бесплатно. Оно означает, что в Конституции не будет глупости написано. Да, потому что Конституция, в которой написано бесплатно, что такое Конституция, да? Есть два подхода к Конституции. Есть такой королевский подход, то есть король чего-то, вот и это очень много в испанской системе права, так? Там и не только, там и в германской тоже, то есть вот, ну, который под вид испанской, то есть германской, испанской, значит, там так, что вот я монарх, я суверен, я дарую народу свободы, я им разрешаю что-то делать, да, и даю какие-то обещания. Все имеют право на, что-то, на, ну, придумайте сами что-то, труд, на отдых, май, отдых, любовь, все имеют право на какой-то еще такой хренотень. Вот. Я обещаю вам там не взимать то-то и то-то. Это подход к Конституции, который мне противен. И у вас, и у нас, кстати, такая же Конституция. Есть второй подход к Конституции, это подход американский. Мы народ. Пишем эту Конституцию, чтобы ограничить власть. Чтобы она не могла делать то-то, то-то и то-то. Мы ей разрешаем делать только то-то и то-то, если вы читаете американскую конституцию, написано так, то есть мы разрешаем им вот это делать, а это не делать. И если вы помните, вот буквально несколько месяцев назад был суд по вопросу, значит, как раз медицинского здравоохранения в Америке, где люди подали в суд, что типа Обама не имел права вводить бесплатное здравоохранение, ну вот это не бесплатно, а вот это то, что он называется Обама-кая, потому что это... Мы ему этого не разрешали. Наши все основатели, когда писали Конституцию, этого не разрешали ему, поэтому он... И вообще там такой, там, я считаю, что неоднозначно. То есть Обама, просто администрация выиграла, но это не столь однозначный выигрыш, да, там, что вот это не столь... Там серьезно и раскол голосов был, и вы знаете. Поэтому на самом деле Конституция не место популизма, не место для популизма. Конституция – место, где народ Украины в данном случае ограничивает свою власть, делать... То ли другое говорит, вы не можете брать больше 40% ВВП или 60%, как Мастрихт в договоре, 60% ВВП в виде долга. Вы не можете иметь дефицит больше чего-то. Вот мы записали в Грузинской институции, что правительство не имеет права увеличивать налоги без референдума. Очень много было против, и внутри, и снаружи, европейцы там. Ну что, правда, потом германцы тоже самое, то есть немцы тоже самое записали. У Швейцарии так устроена жизнь, ничего там, хорошо живут. Они в 2011 году увеличили НДС чуть-чуть, потому что была дискуссия, и все согласились, что, да, конечно, его надо увеличивать чуть-чуть, потому что там не хватало денег на помощь инвалидам. Понимаете, и как-то все поняли, все люди же, да. Штат Колорадо, многие другие штаты, но штат Колорадо самый четкий, там имеет эту запись в Конституции штата Колорадо, что не может, нельзя увеличивать. Поэтому запись, что бесплатная, а у вас может быть лучшее, и полностью проплаченная медицина. Но для этого не надо записывать на Конституции. Еще мне сказали, что есть такой закон, что нельзя уменьшать количество коек. Что коммунисты продавили некоторое количество лет назад. Да? Глупость. Вот есть страна, где очень хорошая система здравоохранения. Это Сингапур. Она является компромиссом между, как и все хорошее, это компромисс между плохим и очень плохим. Да? Сингапур реально обеспечивает лечение каждому больному, но это происходит за счет накопления, которое больной, будучи еще здоровым, там, вносил в специальный фонд. Вот. А непосредственно государственные, формально государственные затраты на здравоохранение, они смешные, там, типа 76 миллионов долларов сингапурских, по-моему. То есть это ничто. Да? Более того, вы можете судить правительство, потому что вас обманывают. У вас записано бесплатное здравоохранение, государственные затраты 3,6%. За 3,6% невозможно, это такого не бывает. Да, там. То есть там коррупция огромная. Нет, кроме коррупции, за 3,6% нельзя вылечить нацию. Нацию вылечить стоит от 6 до 12% ВВП. Да? Либо вы нашли чудо,
нету. Чудо – это вы, чудо – это украинская культура, ну, и никак не украинское здравоохранение. Понимаете? Поэтому на самом деле есть разные модели. Мне больше модель, которую мы внедрили в Грузии, это частные больницы. Государство предоставляет возможность людям, которые ниже определенной черты доходов, значит, застраховаться за счет государства, остальные страхуются сами или не страхуются, это их дело. Значит, и такая конкурентная, то есть такая рыночная конкуренция. Сейчас новый министр здравоохранения, я не его поклонник, он, кстати, украинец, значит, министр здравоохранения Грузии Сергеенко, вот он сделал так, что, значит, он, в принципе, всем предложил страховой пакет, но не полностью покрывающий, не универсальный страховой пакет. Вот, и некоторые получают полностью, некоторые получают частичное покрытие, и потом достраховываются сами. Ну, тоже реальная модель, хотя более дорогая. Тут же вопрос такой. Извините, что я буду долго отвечать, наверное, на вопросы интересные. Это интересный вопрос. Вот есть две страны, соперники друг друга, близкие географически и по количеству. Это Индия и Китай. В Индии было социалистическое правительство, в Китае коммунистическое. Но поскольку социалисты более сердобольны, чем коммунисты, те не заботились о своем населении, скажем так, китайцы, а эти как бы заботились. Поэтому уровень регулирования и налогообложения в Индии был больше. Они тратили больше денег на социальную сферу, индусы. Но Китай настолько быстрее вырос, что гораздо меньшая доля китайского ВВП уже в абсолютных выражениях больше, чем то, что тратится в Индии, в абсолютном выражении. Понимаете? Поэтому это вопрос такой. Курица и яйцо. Вы хотите, вот до сих пор политика экономическая, социальная, всякая политика украинских властей, украинского общества, потому что вы их избрали, это же не там назначил кто-то, заключалась в немедленном разбивании всех яиц, изготовлении срочного омлета и вообще забывание о том, что существует курица. Да? Вот как выбрать антипопулистов, как перейти к стадии выращивания куриц и потом поедания куриц, что гораздо сытнее, ну, вы, наверное, пробовали это сосить, больше, так сказать, да? Вот это вопрос, который нужно решить. И тоже здравоохранение частный вопрос. Но очень большое количество больниц. Более того, у меня знакомая здесь, ну, там, в международной одной организации, она участвует там, в попытках там, реформировать здравоохранение. Я спросил, сколько больниц в Украине? Он сказал, что неизвестно, потому что, ну, ответ, казалось бы, должен был бы обрадовать либертарианцев вроде меня. Ну, не, а что это значит, сколько больниц? Ну, есть, есть. Это было бы хорошо, если эти больницы были бы частные. Но сколько там кондитеров? Да нет, мы их уже в кондитеры. Ну, есть кондитеры? У вас есть дефицит кондитеров? Нет, ну, нормально там. Да? Или там пельменных. Да. Сколько пельменных? Ну, хрен его знает, сколько пельменных. Что нам знать? Но гостиницы, но больницы-то все государственные. То есть иметь 100% государственных больниц, не знать, сколько их, потому что, говорит, что есть ведомственные там больницы Министерства транспорта. Ну, это же там можно с ума сойти, что значит больницы Министерства транспорта. Да? Вот поэтому очень, то есть экономика, когда говорят, экономическая реформа, люди думают, экономическая реформа это про заводы. Вот мой дядя, который вот в Киеве работал, когда я стал министром, он такой производственник, был замминистра промышленности и в советское время. И говорит, ой, я такой старый, а то я бы стал бы рядом с тобой, мы бы строили заводы. Да, это представление его, как человека советской эпохи, что такое экономика, что это заводы, а больницы или университет – не экономика. На самом деле, это всегда было экономикой, а сейчас это еще больше экономика. Как устроены университеты и школы Украины, будет еще больше значить для экономики завтра, чем послезавтрашнее устройство для сегодня. Потому что изменяется темп жизни, да, потому что я без этого никуда не езжу, да, там, а 20 лет назад я не знал, что существует имейл. Понимаете? Другая пункта, да. Понятно. Спасибо большое за вопрос. Здравствуйте. Меня Глеб зовут, я выпускник. У меня два вопроса, один короткий, один подальше. Первый. Меня слышно? Да. Хорошо. Второй.
Бытует мнение, что в Украине источником власти есть не народ, а олигархи или иностранные государства. И у меня вопрос... Или иностранные государства. Кто источник власти в Грузии сегодня? Нет, источник власти в Грузии, конечно, народ. Народ, который, может, я считаю, что он ошибся, выбрал это правительство. Я его не люблю, это правительство, которое сейчас в Грузии. Я вижу их недостатки. Но это ошибка, которую народ вынужден, обязан совершить. Это шаг к обучению, понимаете? Точно так же вы не хватаете горячую сковородку, потому что когда-то в детстве коснулись и обожглись, и поняли, что этого не надо делать. Точно так же мы так развиваемся, да? Мы так не совершаем, мы не совершаем ошибки через их совершение в прошлом. Ну, иногда и звучит, но это там редко. Точно так же народ должен совершать ошибки. Значит, и должен из этих ошибок делать вывод. И мне кажется, что мы совершили ошибку и сделали, это был огромный шаг, потому что это был первый пример такого вот спокойного перехода власти от одной партии к другой. Но мы точно так же, я думаю, что должны из этой ошибки извлечь свой урок, понять, что да, мы сделали хорошо, что совершили переход, мы сделали неправильно, что выбрали этих людей, и так далее, и так мы будем развиваться. Поэтому, в Украине, конечно, источником власти является тоже народ. Потому что, фальсифицировали выборы, Путин приехал и подсыпал бюллетени, что ли, в избирательных участках. Нет, ведь. Просто вы дали себя оболванить. Ну вот, кто является источником власти в стране, где народ дал себя оболванить? Народ? Оболванен народ в данном случае, увы. Ну так не дайте себя оболванить на этот раз. И второй вопрос. А какова роль профсоюзов была в грузинском рывке? Была ли она? Ну, знаете, это никакой особенной роли. Там я... их не очень люблю, там, на своей природе. Значит, потому что... Нет, я объясню, почему не люблю профсоюзы. В принципе, люди могут объединяться. Я автор предыдущей версии Трудового кодекса, который сейчас изменили, там, но в целом конструкция та же самая, которую я написал в свое время. Значит, все хорошо, нет, люди должны иметь возможность объединяться. Значит, но просто профсоюзы хотят иметь монополию на объединение. Да? Они меня ненавидели за то, что я написал, что трудовые споры и трудовые договора могут заключаться между группами работающих и работодателем не только через профсоюз, но и как угодно. К примеру, там, вы объединились там с семером, наняли юриста, и он пришел со мной вести переговоры о том, что вот как договор с этими семерами. Они не просто они писали кипятком грузинские профсоюзы, писали кипятком профсоюзы всего мира. А, значит, американские профсоюзы, они написали обращение в Конгресс. И Конгресс американский два раза рассматривал этот вопрос про грузинский трудовой кодекс. Потому что еще вот Doing Business Index Мирового банка, он включал один из параметров, был easy to hire, to fire. И они сказали, что это стимулирует вот такое антипрофсоюзное поведение правительств, когда их поощряют иметь простые правила и так далее. И в итоге Мировой банк был вынужден этот параметр изъять. Но это слушание были именно про Georgia case. Да, они говорят, вот смотрите, как Грузию вот до чего довели, до ручки, что там можно человека уволить, писать, вот, без проблем. Вот, и это все Мировой банк виноват. Вот, и это неравноценная борьба, потому что, вот смотрите, есть право на забастовку, да? Право на забастовку, оно противоречит основам морали, если у вас нет права на локаут тоже. То есть, если я работодатель, а вы работаете у меня, или наоборот, если вам удобнее так, если вы работодатель мой, я должен иметь право на забастовку, если только у вас есть право на локаут. То есть, у вас есть право сказать, вот я этих людей вообще не хочу там видеть, не запускаю их на работу. Да? Потому что такое право на забастовку? Это представьте себе право на забастовку в коммерческом праве. То есть, мы с вами договорились, что я вам поставляю штаны, у меня там 100 штанов, вы мне платите деньги, мне деньги заплатили, я вам штаны не поставлю, говорю, у меня забастовка. Да? Это и есть трудовой спор фактически. Да?
А другой, ну, это вся длинная история, то есть я не хочу тогда сильно упоминаться, но в целом они играли небольшую негативную роль во всем этом. Здравствуйте, Алексей Бондаренко, Киевский национальный экономический университет. Я знаю, что недавно проходил экстренный экономический форум, на котором вы выступали. Я о нем слышал в пересказе, поэтому извините за неточности, но я слышал, что вы там сказали такую фразу, что для реформ нужно 3 человека. Первый, который будет всех сажать, второй, который будет менять регуляторные механизмы, и третий, который будет их политически прикрывать. Я сказал, что хотя бы 3. Ага, хорошо. И вопрос, кто выполнял эти функции в Грузии и чем поплатился? И второй, есть ли подходящая кандидатура в Украине, видите ли вы их? Значит, в Грузии он прикрывал, ну, в первую очередь президент Саакашвили. По-моему, он выступал у вас в университете, да? Да. В этом зале? Да. Ну, замечательно. Вот, и кроме этого было еще несколько человек, которые, ну, там, которых вы не знаете, они не столь на слуху, но там лидеры партии, большинства в парламенте и так далее, которые вместе с ним отшли эту функцию политического прикрытия, управления большинством в парламенте и так далее. Но в первую очередь сам президент. По поводу сажать, это в первую очередь 2 человека. Это, значит, министр внутренних дел и генеральный прокурор. Оба все это время были у власти, значит, новая власть сейчас с ним борется, одного посадили, другой в эмиграции. Вот. Ну, это вот судьба реформаторов должна быть такой, конечно. Значит, и что касается дерегулирования, я должен сказать без сложного притворства, что это, конечно, я в первую очередь, и несколько людей, которые наравне со мной, вместе со мной, в том числе люди, которые работали у меня, или люди, которые работали рядом со мной, министры, другие правительства, это делали. Но я как бы был самый злобный, нужно сказать, потому что я сам пожилой член правительства был. Значит, когда я стал членом правительства, мне было 48 лет, остальные были помоложе. Поэтому во мне накопилось больше злобы, у них меньше злобы. Вот поэтому, значит, я и боролся. И я, это, кстати, советую украинцам тоже. То есть перестаньте жалеть отдельных людей, жалейте Украину. Жалейте Украину. Понимаете, тогда все будет лучше. А вы видите подходящие кандидатуры в Украине на эти функции? Мне бы одного хотя бы там показали, не 3 там. Спасибо. Добрый день, меня зовут Глинкова Татьяна, я журналист Института демократии и развития политики, и у меня есть вопрос по реформированию медиабизнеса, потому что... по реформированию медиабизнеса, медиасферы. Потому что, как показали события Евромайдана, вот именно в контексте влияния иностранных инвесторов на медиабизнес в Украине, потому что не стоит недооценивать их роль, и это нам показал, в принципе, Евромайдан и события в Крыму, да? Вот. Как известно, что украинские медиа всегда очень искренне симпатируют своим инвесторам. И очень часто инвесторами являются иностранные организации, партии, различные донорские организации. Таким образом, они расшатывают национальную идеологию. И какие реформы, вот, на ваше мнение, стоит применить, чтобы контролировать отношения украинских медиа, иностранных инвесторов, именно в контексте идеологического влияния и давления на Украину? И в чем дело? Этот вопрос, он в целом, может быть, имеет основание быть. Есть разные страны, там, где это зарегулировано, там, Израиль, допустим, Соединенные Штаты. Но мне кажется, что у вас проблема там проще, там, у вас же российское телевидение вещает. Да. Ну, о чем вы говорите тогда? Какие инвесторы? Ну, что тут инвесторы-то? У вас просто вот российское телевидение вещает. И всех инвесторов. Ну, и даже, значит, прежде чем придумывать сложные правила там регулирования инвестора, вы решите простую задачу. Ну, это же простая задача. Кому показывать? Да, спасибо большое. Добрый день. Меня зовут Александр, Deutsche Bank. У меня, в принципе, есть несколько вопросов. Хотел бы начать с одного, если можно. Реализовывали вы при проведении грузинских реформ принципы японского стратегического менеджмента Toyota, например? То есть реализовывали ли вы методы там, бережливого производства, lean production?
Нет. Я так скажу. Нет, это интересный вопрос, и в целом он имеет основание. Дело в том, что вот Александр Сергеевич Пушкин, кстати, посетив эти края и Молдову, он написал стихотворение замечательное. Там есть такая строчка. «Наше северное лето, карикатура южных зим». Понимаете? Поэтому до принципов Тойоты и бережливого производства нам настолько далеко, понимаете? То же самое, что вы сейчас заходите, извините, при вокзале сортир и спрашиваете, не дали ли они good manufacturing practice. Ну, то есть, теоретически это, конечно, возможно там, но там просто, вам скажут, чего? Это в хорошем случае, кстати. Скажут в хорошем случае, потому что там плохого ничего не скажут, просто по морде сразу. Вот. И поэтому, значит, я в целом не очень большой поклонник именно модели Toyota, если вот мы говорим про конкретно, да. И я много времени потратил на изучение вот этой, значит, системы управления качеством японской, да. Ну, которую, собственно говоря, Адлер разработал для... Ну, то есть это такая американская система, которая была просто широко внедрена в Японию. Мне кажется, что после какого-то уровня организации уже ее можно внедрять. Но, как сказал тоже в умной книге, есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Это из времени собирания камней. А сейчас у вас и у нас это будет еще долгое время разбрасывания камней. Поэтому не до этого. Сейчас нужно то, что американцы называются quick and dirty. Простые такие топорные реформы. Там энергосбережение. Ну, не надо дискуссии, нужно ли энергосбережение. Вам не до этого сейчас в виде госкомитета. Нахрен его, понимаете? Есть такой тест. Я его разработал сам. Для Украины специально позавчера. Тест такой. Ракетный удар наносится по территории Украины и попадает в отдельное министерство. И вы должны сказать, когда будет больно украинскому народу от того, что этого министерства больше нет. При этом там люди не гибнут, просто они там... Ну, такая бомба специфическая, они просто уходят домой и не возвращаются. Вот. Вот. И мы можем сделать его за эксперимент с вами сегодня. Там, ну, я про комитет по энергосбережению, как он, конечно, даже не буду говорить. Там, Министерство молодежи и спорта. Тишина. Министерство культуры. Тишина. Министерство образования. Жалко будет? Нет. Зачем? Ну, вы читали закон о высшем образовании хотя бы? Действующий. Ну, не уверены, ответы не читали. Ну, зачем вам это министерство? Вот. Я даже скажу такую крамольную вещь, что, знаете, если попадет это прямо в Министерство обороны, то ничего не будет, потому что у вас оно только есть здание, к сожалению. У вас есть здание Министерства обороны, понимаете? Если вот я сейчас пойду там и на коровник повешу надпись «Университет», он же не станет университетом. Правильно? Вот Бодрияр, слыхали про такого Бодрияра? Да. Вот что он говорил? Что симулякр, это симулякр, у вас симулякр Министерства обороны. Понимаете? Это же, у вас же его нету. Министерство внутренних дел есть у вас? Да. Где? Воруен. Где у вас министерство? Покажите мне Министерство внутренних дел. Не здание покажите, а покажите вот функционирующее Министерство внутренних дел. Вы вчера в Донецке смотрели кадры? В Донецке есть милиция? А? Нет. Нету милиции. Ну, значит, и в стране нету. Ну, может, где-то в каком-то городе есть милиция? Случайно. Знаете, так, а у вас тут милиция есть? Но на самом деле у вас нету милиции никакой. Правильно? Вот, поэтому... А кого смысл кормить симулякры? А? Вот те, кто Бодрияра читал хотя бы там, к ним обращаюсь. Или, а потом вы расскажете другим, которые не читали Бодрияра, там, что такое симулякр. Симулякр, когда вот на коровнике написано «университет», и все считают, что это университет. Так по-простому, по-крестьянски. Понимаете? Поэтому придет время,
и вы будете внедрять Lean Production в Украине. Но сначала сделайте вот это, то, что я говорю вам. Сначала сделайте вот это. А потом будет и governance, Lean Production, значит, Sigma, 6 Sigma, 7 Sigma, там все это будет. Но сначала сделайте, знаете, пользовался ли Иракл Lean Production и значит, practice, когда очищал апиевый конюшни, как вы думаете? Надо проанализировать. Я думаю, что не пользовался. Можно еще вопрос? Насколько я понимаю, Шеремет вам, по-моему, предложил тоже поучаствовать в реализации реформ. И если предложил, согласились ли вы, и если да, то можно ли попасть в вашу команду и реализовать Lean Production Practice? Почему бы нет? Нет, ну, во-первых, это не моя команда, это будет команда, значит, министра Шеремета. Я, в принципе, готов помогать, значит, там, технических вопросов, только как. И вопрос, понимаете, что-то, вопрос же не в том, хочет ли один министр, и я очень впечатлен там общением с Павло, и мне кажется, что он хочет сделать. Вопрос в том, что вот без других компонент, ну, удастся сделать очень мало. Вот без компонента правоохранительного, скажем так, без компонента политического прикрытия, вот, очень мало удастся сделать. И ограничение, которое я здесь вижу, еще одно, что я пока, как я уже сказал, не видел в глазах национальной элиты желания реформировать страну. Желание выбраться еще раз я видел, а желание реформировать страну я не видел. И это меня очень расстраивает. Еще вопрос. Вы когда-то говорили, что вы бы в Грузии проводили еще более радикальные реформы. Если бы вы тут каким-то образом участвовали в реализации, реализовали бы этот, как говорится, пункт? То есть... Ну, конечно. Конечно. Ну, к примеру, вот я в Грузии не смог добиться ликвидации Национального банка. Вот. А, значит, конечно, это правильно. Зачем вам Национальный банк? Зачем нам Национальный банк? Кто мы там, швейцарцы, что ли? Что мы там всю жизнь занимались этим делом, там, знаем, как выпускать деньги? Нет. Это только вред от них один, от Национального банка. Поэтому это такой инструмент сложный. Ну, как это вот как Lean Production, понимаете, в руках дикаря, как известно, да, там, то есть Нацбанк в руках дикаря, грузина или украинца, это страшное оружие. Для этого нужны цивилизованные швейцарцы или там англосаксы или японцы. Кстати, ни у кого другого не получается Национальный банк делать. У мусульман не получается, у православных не получается, у католиков не получается делать Национальный банк. Таких вот хороший. Плохой делать, это вот у вас тоже есть, у нас есть. Значит, в 90-х было еще хуже. Вот этого не удалось сделать. Если вы это сделаете, боюсь, что нет, но было бы хорошо. Там немного чего другого, чего я не смог сделать, потому что, значит, понимаете, что дело? Вот вы делаете реформы, это как напильник. Понимаете, там, напильник, шлифуете, потом напильник стачивается. Понимаете, стачивается не в смысле идей, а может быть, иногда и в виде идей. У меня были периоды, когда какой-то ступор подал, не знал, что больше делать. Иногда стачивается в виде политического капитала. То есть вы так хотите реформу, ну, люди, нет, ну это мы там что-то другое сейчас будем делать. Вот. Всяко бывает. Поэтому, конечно, значит, на самом деле, стран, которые провели бы все реформы, нету. Если была бы какая-нибудь страна, которая провела все реформы, мы бы сейчас все говорили бы на том языке. Да, потому что она бы стала могучей, все были бы позади, и она бы всех, так сказать, даже не завоевала, а по всем вопросам всосались бы в нее. Ну, нет такой страны. Знаете, говорили про Англию, кто-то сказал, что Англия страна, которая 500 лет не совершала никакой ошибки во внешней политике. Да? Но 500, нет, 600 же лет, да? И только во внешней политике, не везде. И то она, вот смотрите, какая огромная была, но и та распалась. Поэтому нет предела совершенству. Спасибо большое. Здравствуйте. Меня зовут Лиза, я представляю компанию Dartour Transconsult.
Недавно в Киев приезжал Михаил Борисович Ходорковский с открытой лекцией также. И вот он говорил о том, что нет смысла сажать в тюрьму и нет смысла убивать людей, потому что это, им были созданы такие условия нами же, ну, как общество. И его рецепт всем все прощать, в хорошем смысле слова, и делать страну с теми же людьми. Пожалуйста, прокомментируйте. Ну, это. Я, кстати, скажу примерно то же самое. Нет смысла копаться в прошлом. В смысле, нет? Нет смысла копаться в прошлом, особенно, да? Ну, не думаю, что вы должны, примерно, сказать президенту Прибукович, если он есть непонятно где-то, или там в шоке, что нет, ну, давайте там сейчас мы там все это самое. National Reconciliation, там, поцелуем иконы, там, и вместе будем там песнопениями совместными, там, продолжать путь, да. То есть, другое дело, что, значит, я не вижу смысла действительно сейчас копаться, вот, как возникли крупные состояния в Украине, те, которые нажиты не откровенно бандитским способом, да, а те, которые нажиты предпринимательским, пусть даже не совсем законным способом. Я не вижу в этом, значит, смысла копаться, потому что вы должны, еще раз говорю, вы должны строить экономику в будущем, а не в прошлом. Другое дело, что вот в новой жизни, Миша же не говорил, что и надо прощать все время, и люди будут воровать, а мы будем их прощать. Он же этого не говорил. Нет, тот он солидарен с вами в том, что действительно в новом укладе уже не будет этого места. Да, ну правильно. Поэтому мне кажется, что этот, кстати, Миша умнейший человек, и вот столько настрадался там, да, но вот наш опыт показывает в Рудинске, что от того, что вы начинаете новую жизнь, да, не все хотят в новой жизни жить по новым правилам. Поэтому мы провели налоговую амнистию, допустим. То есть налоговые преступления до 2004 года, они вообще занулились. Вы имели право прийти в налоговую инспекцию и требовать свое налоговое дело до 2004 года, которое было, да, и его сжечь. То есть радикальнее просто никто не делал, поверьте мне. Вот. Но это же не значит, что если вы снова не будете платить налоги, вас снова надо давать шить свои налоговые дела, правильно? А какие механизмы вы использовали в будущем, вот как для Украины, что вот если мы сейчас всех простим и скажем, давайте жить дружно, чтобы избежать подобного? Потом, тогда вы должны жестко наказывать уже в настоящем. И в Грузии увеличилось число заключенных, увеличилось 5 раз. С 2004 к 2012 году 1:5 соотношение числа заключенных. Потому что если вы забыли прошлое, но у вас стоит задача создания государства. И эта задача, она болезненная. Да? И если человек права, если вы, у вас то, что называется zero tolerance, коррупции, то вы не можете сказать, что мы будем сажать за... Вот кто больше миллиона украл, будем сажать, а кто взял взятку типа 900 тысяч, мы сейчас будем на мелочи, да? То есть вы не можете так поступать, потому что непонятно, кто должен вот эту крайнюю линию проводить. И тогда вы автоматически попадаете в ситуацию, когда у вас получается достаточно много правонарушений. И это такой процесс обучения, да? После нескольких лет люди понимают, надо все же то самое, там, надо, но придется платить налоги. Там. Налоги низкие, но придется их платить. Или там, значит, правила чего-то там жесткие, но понятные, и надо их соблюдать, иначе будет плохо. Проблема как когда? Когда, ну, к примеру, мне сказали, что обнал в Киеве стоит, нет, правда сказали, в Житомире сколько стоит, но я думаю, в Киеве тоже 10% обнал стоит. А? 13 даже. Ну, обнал 13% это означает, что очень высокие налоги, да, система обнала функционирует централизованно с участием руководителей Министерства внутренних дел, то есть просто это вот, могу голову положить на отсечение, что это так. Да? То есть высокопоставленных чиновников МВД, потому что они смогли монополизировать, то есть такая, ну, либо монополизировать, либо там создать олигополию из нескольких генералов, которые крышуют обнал, да, и в стране существует массовое уклонение от налогов. Вот это очень простой диагноз для меня. Вот. Значит, ну, конечно, надо сделать так, чтобы обнал не имел смысла.
15, люди готовы 13% платить за нал, это значит, какие же у вас налоги чудовищные. Какая же налоговая система? Ну и там, в общем, написано, какая налоговая система, да, там 160 какое-то место. Вот, поэтому, если вы не измените налоговую систему, тогда вы будете каждый год, вот каждый год амнистию делать нельзя. Поэтому вы должны изменить налоговую систему, сделать ее простой, понятной, легкой. Но для этого вам нужно поверить сюда не популистам, которым, что изменив налоговую систему, вы, может быть, уменьшите поступление в бюджет. Может, не уменьшите, это там непонятно, там, но, в общем, есть шанс, что уменьшите. Вот. Потом увеличите, но какое-то время, может быть, уменьшите. И вот этот структурный переход должно быть правительство, которое скажет, да, мы понимаем, но мы идем на это ради будущего. Мы хотим курицу, а не яйцо. Вот так. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, а добрый вечер. Меня зовут Артем Ткаченко, видеогруппа «Победнос». Так получилось, что мы уже плавно подошли к тому вопросу, который я хотел задать. Я думаю, вам эти цифры известны, но познакомлю. Вы знаете, доходная часть госбюджета в Украине 400 миллиардов гривен. Да? Дефицит госбюджета 60 миллиардов гривен, который мы можем получить в этом году. Возвращаясь к теме теневой экономики и обнала, который происходит в стране. По оценкам, порядка 80 миллиардов гривен – это те деньги, которые ежегодно конвертируются в виде обнала. Основной поток при этом идет через, в связи с тем, скажем так, что деньги конвертируются на выплату заработных плат в конвертах. Из-за чего это происходит? 36% у нас нагрузка на работодателя, это различные социальные фонды, еще 15% подоходный налог, который уплачивается предприятием, и только потом 17% уже, которого держится с того, кто, собственно говоря, заработную плату получает, сотрудника, да? Вот у меня в этой связи вопрос. Мы понимаем, что откуда эта проблема, да, поскольку начисления на фонд оплаты труда они не уменьшают базу налогообложения НДС. Соответственно, в общем-то, люди ищут различные способы обналичить деньги для того, чтобы показать себе затраты, платить меньше НДС на налог на прибыль и при этом платить зарплату сотрудникам. Мне интересно, сталкивались ли вы с подобным опытом в Грузии, проходила ли она этот этап, скажем так, развития в кавычках экономики, и какие рецепты вы рекомендуете в этой связи? Спасибо. Да, это очень конкретный вопрос, спасибо. Ну, рецепты простые. В Грузии единственный налог, которым облагается заработная плата, это подоходный налог, это 20% и больше ничего. И платит его... оно удерживается, работодатель, ну, это источник, это source, да, ну, как почти во всех странах, в большинстве стран мира, вот, там где-то корректируется, потом где-то просто так и остается. Поскольку плоская шкала, то это не проблема, да, там, то есть в трех местах везде пропорционально удерживается. Вот, хотя декларирование лучше, конечно, значит, 20% это не та сумма, то есть, в смысле, 20% официальный налог, но 13% за обнал, какой смысл платить, правильно? Там, ну, то есть, 20% в честном, в белом виде, а 13% тогда с огромным количеством рисков там кинуть могут, там, да, это же не просто так. И там криминал, и тюрьма, и все. Вот это первое. И поэтому это очень важно, мне кажется. Надо снижать налогообложение, в первую очередь надо снижать налогообложение труда, потому что это путь к расширению занятости, или, по крайней мере, не к сворачиванию занятости уж точно. Вот. И это путь к увеличению экономики и всего, понимаете, вот эта безумная система налогообложения. Вообще мне не нравится эта модель, которая в Грузии у вас, она была навязана Международным валютным фондом в начале 90-х, у них был такой... Модельная сторона называется Таксастан, ну как бы такой Узбекистан, Таксастан, Такса, значит, понятно, Налогистан, вот. И вот там, где вот это все, значит, НДС, подоходный, собственно, налог, значит, налог на прибыль. Вот, но из нее вот мы смогли сделать самый радикальный шаг, по сравнению с другими, мы объединили, собственно, налог и, значит, подоходный налог в единый налог. И потом уменьшили его до 20%. А вот модель, которую проповедовал валютный фонд, ну конкретно люди в валютном фонде, которые у вас, она вредная, потому что
не нужно никаких отдельных фондов, этих пенсионных фондов, фондов соцстрахования. Это обман трудящихся, так сказать, коммунистов. Да, там. Потому что это все равно эти деньги идут в бюджет, все равно правительство отвечает за выплату пенсии. Поэтому никакого отдельного пенсионного фонда не нужно. Нужно делать универсальный бюджет. Есть исследования, которые показывают, что универсальный бюджет более эффективен. То есть вы все деньги собираете в бюджет, а потом из бюджета распределяете в соответствии с приоритетами государства там, на этот год или долгосрочными. Вот. Эту реформу можно провести. Эта реформа не болезненная для граждан. Эта реформа болезненная для сотрудников пенсионного фонда там, и других фондов. Но вот я вам призываю не жалеть людей, жалейте Украину. Хорошо, спасибо. Все, да. К сожалению, хорошо, дорогие хорошо, друзья, спасибо. Время подходит к концу. Последний вопрос. Ну, давайте уж, это очередь пусть я скажу, но я буду кратко отвечать. А то стояли неудобно. Добрый вечер, спасибо за то, что вы свое время нам уделили. У меня один общий вопрос. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что сейчас в украинской элите вы не видите инициативы к тому, чтобы проводить изменения. Нет, чтобы проводить радикальные изменения. Радикальные изменения. Вопрос. Как бы я тоже в свете этого переживаю, и у меня как бы, ну, я пытаюсь сам анализировать ситуацию, вопрос, может быть ли это следствием того, что очень мало времени прошло с момента, как они получили власть, первое, второе, не состоялись президентские выборы, то есть нету, по сути дела, легитимного президента, как гаранта Конституции. Вот, я не имею в виду министров, я говорю про элиту, элита не поменялась, у вас революция незавершенная, завершенная революция приводит к изменению... Великая революция, по изменению элит. У вас какая была элита политическая, такая и осталась. Просто у вас там было Е2, Е4, а сейчас Е6, Е7, так сказать, ход там. Ну, хотя вот первых... То есть, по сути дела, изменения элиты как такого не было, да? То есть это все просто перешло. Ну, не знаю, может, вы так считаете. Ну, а элита это кто? Это олигархи конкретные, которые... Нет, ну это там те, которые принимают, это там Дум, там, сам Рада, люди, которые... Вы, о которых вы думаете, что хорошо, а почему вы не будете президентом? Вот вы примерно представляете, кто может быть, 5 фамилий, которые могут быть президентом Украины. Представляете? Да. Но это, значит, это люди, которые, вот из этих 5, сколько уже были во власти в той или иной форме? Ну, значит, это какое-то изменение элит. Вот когда произошла Великая Французская революция, там к власти пришли люди, они мне не нравятся, но это тем не менее факт такой, да, там, или Великая Октябрьская революция. Пришли к власти люди, которых до этого вообще даже мимо власти не было, правильно? Ни Дантон, ни Робеспьер там к власти отношения не имели, да? Ни Ленин, ни Троцкий, ни Бухарин отношения к власти перед этим не имели. Правильно? В Украине эта революция еще не произошла никогда. Ни в 91-м, ни сейчас. У вас такая гладкая преемственность элит. То есть после 18-го года в Украине революция, ну, то была не революция, да, там, оккупация. Где украинская революция, скажите мне? Хорошо, ну давайте посмотрим на шаги министра внутренних дел. То есть человек реально делает конкретные шаги для стабилизации ситуации. Дай Бог ему здоровья. То есть он создает национальную гвардию, которая, по сути дела, следующим шагом, скорее всего, будет распуск... сотрудничаю милиции. Я рад. Это лишь одна из составляющих, да, то есть это движение. Вопрос, ну... Нет, это даже не значит, что если не было революции, все, я говорю, что это не революция. Это такая вот просто, там, это компьютер, это стол, это микрофон. Это не революция, это не вино, и это не трактор. Вот я просто описываю события, это не революция. Это не значит, что это плохая вода. Я не говорю, что министры плохие. Министры, может быть, замечательно. Я говорю, что Украина должна радикальнейшим образом измениться. Я пока такого ощущения не получил, что есть люди, которые глаза горят, сейчас мы все порушим, все будет по-другому. Ну, не видел я этого, понимаете, нигде. И эта проблема не в том, что я встречался с министрами. Министры хорошо говорили все, и я думаю, что будут делать в том числе. Я вообще не встречал такого. Я среди вас даже, у вас есть... готовность изменить свою жизнь так, что, может быть, будет и неудобно какие-то моменты? Да. Конечно. Ответ не уверен все же. Вот первые люди отвечают у меня. Да.
готовы за газ платить 10 раз больше? Да. Уже дискуссия. И второй вопрос более предметный. Реформа таможни и налоговой. То есть в Грузии это Министерство доходов единое. Это Минфин. Минфин, по сути дела, да? То есть у нас как бы разделили, но опять начались вот эти вот там... Ну, разделение, у разделения есть свой плюс, минус. Это дело не важно. Во-первых, там это, значит, у нас единый кодекс, таможенный налоговый. То есть называется налоговый кодекс, потому что это одно и то же. И тут, значит, есть реформы, которые на бумаге, есть реформы, которые в структуре, да? На бумаге надо сокращать расходы, надо сокращать доход, надо сокращать налоги, надо... максимально открывать экономику, обнулять пошлины, значит, и так далее. А инфраструктура, значит, ну, у нас борьба, допустим, с коррупцией в таможне заняла 3 года. Это была самая такая длительная борьба. А вот по поводу таможни, вы полностью распускали таможню? Или как? Таможня полностью распущена была, или как происходило? Нет, там как раз мы делали постепенно, поэтому долго получилось. Потому что они заражались снова этой коррупцией и так далее. Есть опыт Мексики. В Мексике они взяли 3500 человек, увезли на военную базу, тренировали как таможенников, потом через полгода привезли и за ночь заменили всех таможенников. И все хорошо было. Спасибо большое. Пожалуйста, по одному вопросу. Добрый вечер, Саша, 4-й курс Киевский наркоз. У меня такой вопрос. Недавно арестовали Фирташа, ну, такой олигарх украинец. Да, да. Да, и вот вопрос. Сейчас удача в СМИ и в парламенте, то, что собираются национализировать его капиталы. Хороший ли этот шаг, потому что, с одной стороны, это как бы ломание олигархической системы, с другой стороны, это как бы нарушение прав собственности. Нет, я думаю, что собственность нельзя нарушать. И мы же, то есть там, я так подозреваю, что там у этого капитала много владельцев, так сказать, о которых мы слышали, о некоторых, наверное, не слышали. Вот, но это без суда и следствия такое делать, это, по-моему, беззаконие. Потом завтра, я всех предупреждал, конечно, своих знакомых, коллег, которым встречался, что если вы это запустите, механизм, то потом появятся такие обвинения. Национализирую капитал там, ваших интересах за умеренную плату. Или там иллюстрирую кого хочешь за умеренную плату. Это просто инструмент борьбы одних группировок с другими. Этого нельзя допустить так. Никак. Спасибо. И технический вопрос. Ваша презентация будет в свободном доступе где-то? Ну, на том компьютере. Мне не жалко. Добрый день, Елена, математик, экономист. Мой вопрос заключается в том, в начале встречи вы сказали, что непонятно, какие шаги предпринимать в Украине, потому что есть экономические шаги, есть политические, они между собой не согласованы. Мой вопрос, это концептуальная какая-то несогласованность, или вот в Шипруде, или это просто неспособность политической элиты сегодня реализовать вот то, что... Ну, вы математик? Да. Ну, это означает, что система находится в сильном нелинейном состоянии, понимаете? И... турбулентно. Вы можете предсказать все будущее? Как математик. То есть непонятно в таком случае шаги и экономические, и политические по отдельности. Вы поняли, что я сказал, да? Да. Ну, а что делать? То есть непонятно, что делать не в таком случае. Нет, более того, там они противонаправлены, да? К примеру, для того, чтобы консолидировать нацию, многие правительства прибегали к национальной риторике. Да? Мы немцы круче других, там, например. Да, там, ну, это делал Гитлер, а потом это делал Аденауэр. И дело, что вот мы там, Гитлер-то ошибался, мы сейчас по-другому консолидируемся, мы круче, мы докажем, что мы после войны остановимся лучше всех. Построим сильную Германию. Значит, и это заменяло, и поскольку он был христианский демократ, это заменяло популистские лозунги. Да, там, типа там всем там, по куску хлеба или там чего-то. Колготкам. Вот. Поэтому у вас этого инструмента нету. Ну, просто нет, потому что если вы будете применять этот инструмент, у вас отвалится часть страны. Правильно? Если вы будете популистские лозунги, тогда вы должны сказать, а сейчас мы народ обманем, нас выберут, а мы потом их обманем и ничего не сделаем, и сделаем реформы. Ну, можно так, конечно, это сказать. А потом пусть нас там выгонят из страны, там, и посудят, или что-то. То есть, вот нет простых таких способов, понимаете? Нет простых способов, потому что страна разделена
это разделение, если когда я два года назад об этом говорил, это разделение, ну так, ну, бендукинцы, наверное, ну так, шутит, ну такая изящная идея, там, что вот, да, там, конечно, есть разница, но как, ну, о чем вы говорите, Украина едина, то, и вообще, ну как можете представить разделение Украины, это же нереально, там, есть Хельсинская договоренность, есть ООН, ну как, Украина, там, ну никогда. А сейчас это, идея никому не кажется, мне говорят, а если вот отдать, там, ну это же такие вещи говорят, которые два года назад никто бы не сказал. Поэтому, во-первых, каждый из элементов очень сильная турбулентность, да? А во-вторых, направление, оно вот, вот такая турбулентность какая-то, немножко такая, другая вот такая, и как, что, как сойдется, ну просто, ну это ну, невозможно, это, как говорится, уравнение Лоренца, если вы знаете, что это такое. Спасибо. Знаете, что уравнение Лоренца? Да. Ну, так, ну как ее решать? Каха, добрый день. Меня зовут Галина Янченко, партия «Демократический альянс». Я встречала информацию о том, что правительству Саакашвили удалось благодаря борьбе с коррупцией за несколько месяцев собрать там чуть ли не несколько годовых бюджетов. Не-не-не-не. Это неправда, да? Нет. Ну, нет, это было, это, вот это все сказки. Нет, за счет коррупции нам удалось нормализовать сбор бюджета за счет налогов, за счет борьбы с коррупцией. А вот это что, это все штрафы или что, вот есть три легенды. Они распространяются либо незнающими, либо враждебными силами. Одна легенда, она такая, что вот это все такси, то есть всех олигархов там, которых и не было особенно, там нагнули, забрали деньги, получили несколько бюджетов. Это одна сказка. Вторая сказка, что людей сажали в тюрьму, они, значит, заплатили штрафы, откупались и так собирали бюджеты. Третья, ну, третье точно придумано в ФСБ, там, то есть я знаю просто, что придумано в ФСБ. Первое, наверное, тоже. Третье, что у нас было два бюджета, один государственный бюджет, а другой самолеты на американцы привозили на личные деньги. Нет, это все сказки. Даже, то есть у нас штрафы и доходы от приватизации, вот все эти, они составляли доли там бюджета, даже там не процент, а там меньше процента, наверное, поэтому это все сказки. Нет, ты так ничего не соберешь никогда. Так только народ перепугаешь, значит, и все разбегутся. А можно еще уточнить по поводу олигархов? Вы говорите, что их надо, вот сейчас их надо простить. Но простить совсем или есть такая идея, инициатива Tax for Billionaires? Налог на миллиардеров. Фактически в олигархи, которые в Украине, они смогли сократить свое состояние за счет того, что незаконно частично, да, приватизировали собственность, и плюс они не уплачивали налоги в том размере, в котором нужно. Как вы относитесь к инициативе сделать одноразовый налог на тех... Я плохо отношусь. Потому что эти олигархи, там нравится, нравится, это были самые деятельные люди своего времени, понимаете? Они и так построили бизнес, может, он не такой большой. И это, во-вторых, отмените субсидии на газ, и это будет гораздо жестче отношение к ним в том числе. Отмените субсидии на газ, перестаньте любить заводы, любите Украину, не любите заводы, не любите олигархов, ненавидите олигархов, просто отмените субсидии на газ, и большинство олигархов просто сдурится. Спасибо. Нет. Ну это сказать, может, вы неправильно поняли. Нет, там 15 миллионов долларов, это все, что было уплачено в виде, значит, налога, там, значит, недоплаты от налога, так сказать, по уголовному делу одному самому крупному. То есть вот порядок сумм такой. Да? А бюджет Грузии в 2004 году составлял 800 миллионов долларов. Да, там, ну там 15 миллионов, 800 миллионов, там, ну, все можно делить легко. Здравствуйте, Андрей, Екатерина Кнеу. Хотела бы узнать, какие вы предлагаете налоговые реформы для Украины, чтобы увеличить средний класс и облегчить ведение бизнеса? Чтобы что увеличить? Увеличить средний класс и облегчить ведение бизнеса. Я не знаю, про средний класс, это какая-то мифологема, там мне неизвестная. Это какой-то перекрасившийся марксист, я думаю, придумал. Средний класс.
значит, это вообще классовая теория мне непонятная. Вот. Налоговая реформа должна быть, мне кажется, такой. То есть есть реалистичная и сказочная. Сказочная налоговая реформа может включать в себе ликвидацию НДС, но я не верю в сказки. Я в детстве очень любил, кстати, вообще сказать. Вот я верю в реалии. Реалии таковы, что вы должны значит, создать универсальный бюджет, ликвидировав фонды, то есть пенсионные, ну, какие есть фонды, все ликвидированы, дорожные, такой секунд. Вот есть бюджет, все. Вы должны, и не только налоговый, какая бюджетная система должна быть, скажем так. Вы должны ликвидировать все, то, что называется Air Max по-английски, это привязка, допустим, индексирование всего угодно, там пенсии индексируйте, там тогда, и вот все что угодно. Всякое индексирование надо уничтожить, всякие привязки, что это деньги на это, защищенность, эти бюджет и так далее, надо уничтожить, да, потому что правительство, народ должен решать каждый год, что у них приоритет, что не приоритет. А кто-то когда-то продавил, что какая-то статья защищенная, это нельзя. Да? Такого не может быть. Вот. Это что касается бюджетной системы, ну там среднесрочное планирование. Вот. Все налоги, кроме налогов ничего нет, все налоги консолидируются в единый бюджет. Значит, налоги, НДС неизбежное зло, которое ничего не сделаешь. Не надо, чтобы он был больше 20% по возможности. Налог на прибыль, подоходный налог. Налог на имущество децентрализовать и отдать в регионы, ограничить сверху и заставить в случае дефицита, чтобы дефицитный был бюджет, или чтобы повышали налог, но не больше, чем вот эта граница. Или плоская шкала налогообложения, записать в Конституции предел долга, предел дефицита бюджета или повышение налогов, кроме как на референдум, или каким-то сложным образом. Допустим, этот парламент повышает налоги, а вступает в действие там, через следующие выборы или через 2 года. Вот. И тогда, ну и плюс еще есть так, всякие там мелкие вещи, там понятно, то есть было написано на украинском языке, оно не непонятно, налогов и так далее. И я думаю, что будет более-менее хорошо. Очень, конечно, хотелось бы, чтобы вы участвовали в реформировании Украины, но также я считаю, что очень важно образовывать в этом плане молодое поколение. Возможно ли, чтобы вы преподавали в Киеве, или же, может, этим занимались люди из вашей команды? Нет, я не по украинским законам я не имею права преподавать, да, потому что я не доктор наук. Вам же нравится закон, а мне не нравится. Вот, а это, во-первых, во-вторых. Не хочу, потому что это очень большая ответственность. И в-третьих, я готов помогать, но реформировать Украину должны украинцы. Понимаете? Спасибо большое вам за ваше время, за интересный очень разговор. Вы сегодня тоже хотели бы вас познакомить еще с одним представителем украинской культуры, это известный, всемирно известный композитор Валентин Сильвестров, наш современник и почетный доктор Киево-Могилянской академии. Мы вас приглашаем к нам преподавать. Во всяком случае, хотя бы гостевой какой-то курс. Друзья, я думаю, что все присоединятся к моим словам благодарности и будем надеяться, что это не последняя возможность встретиться с Кахом Петухидзе. Слава Украине! Хорошо, доктор.